Нерегулируемый перекресток образовался на внутренней дороге в 54-м комплексе. Так получилось, что на местном проезде встречаются водители, движущиеся по трем направлениям. Никаких дорожных знаков здесь нет, если только их не похитили пришельцы из космоса. А нарушителями становятся те, кто заезжает с главной дороги. Новые возможности создают новые проблемы. На горьком опыте в этом убедился водитель Николай Филиппов. Он ежедневно выезжает с местной дороги на проспект Хасана Туфана. Но в то утро на его пути неожиданно оказался другой автомобиль. В это время газелька поворачивала с Хасана Туфана на местную и хотела пропустить меня. А там гололед оказался. И ее просто стащило, и она в боковину ударила меня. Как результат, вмятина и царапина на боку автомобиля. Подъехавший экипаж ГИБДД признал виновным водителя грузовой машины, поскольку тот ехал по встречке. Новые траектории движения для водителя открылись после появления разворота на Хасана Туфана. Если раньше все автовладельцы были вынуждены доезжать до перекрестка, после чего уходили на местную дорогу, то сейчас они разворачиваются и кратчайшим путем заезжают внутрь комплекса. По словам Николая Филиппова, подобные аварии на этом участке не редкость. Проблему, по мнению водителя, мог бы решить запрещающий знак. Опасность данного участка подтверждают и другие участники движения. Это не опасно, это против шерсти получается. Но должен быть еще один ближе сюда, либо заезд сделать уже официальный. Ну, в принципе, еще не совсем правильно сделан разворот. То есть там, кто разворачивается, тоже неудобно, поэтому, может, так нарушают. Сложность в том, что теперь водители, выезжающие с местной дороги, вынуждены контролировать ситуацию не только справа, но и слева. Образовался нерегулируемый перекресток, жалуются автовладельцы, среди которых есть и специалисты, которые могут прокомментировать ситуацию, опираясь на правила дорожного движения. При повороте направо занимается крайняя правая полоса, и уходить только в крайнюю полосу надо. Здесь острый угол получается, то есть с крайней правой полосы все равно выезд на встречную полосу. Однако практика показывает, что не все водители столь сознательны. Поэтому изменить ситуацию может лишь установка на проспекте Хасана Туфана нового дорожного знака. Поскольку реконструкция и ремонт дорог возложены на исполком города, то и по установке знаков обращаться надо в управление городского хозяйства. Ксения Шулакова, Радик Ганиев, Челны-24.